Северный речной вокзал, построенный великим архитектором Алексеем Рухлядевым, был открыт 15 июля 1937 года. Общая протяженность здания 150 метров, высота 75 метров и общая площадь практически 5300 квадратных метров. Открытые галереи с фонтанами с южной и северной сторон символизируют нос и корму. Вереница колонн – это как огороженная палуба. А шпиль со звездой на башне – это мачта, на которой еще не водрузили парус. Арки с восточной и западной стороны вокзала, со стороны набережной и парка, украшены 24 фарфоровыми медальонами Ломоносовского фарфорового завода. В 1930-40-х годах именно отсюда, из акватории Химкинского водохранилища, стартовали самолеты-амфибии в сторону Арктики. Здесь базировался флот советской полярной авиации. В главном двухсветном вестибюле вокзала кессонированные потолки покрыты росписью, а вдоль всего периметра вокзала в круглых медальонах и окнах второго света размещены гербы 15 республик СССР. В историческом зале ожидания вокзала разместилось поп-ап-пространство Музея транспорта Москвы. Именно здесь, в 1937 году, после триумфа на Парижской ярмарке достижений народного хозяйства, был размещен электрифицированный макет канала Москва-Волга, приравненный практически к произведению искусства. Бытует мнение, что это помещение создавалось как кабинет Сталина и зал приема правительственных делегаций. На пьедестале из группы мраморных белых медведей расположился птичий базар. Бронзовые фигуры гагар и гусей. Что интересно, перед реставрацией фонтана три фигуры белых медведей и гагары были найдены в подвале вокзала. Это настоящий омаж венецианской дворцовой архитектуре, которой вдохновлялся автор проекта «Северный речной вокзал» Алексей Рухлядев. Повторение колонн, арок, пилонов, портиков и облегченных столбов придает невероятную изящность и легкость этому зданию. Оси оформлены как арки галерей. Общее количество столбов и колонн на третьем этаже – 88, а на втором – 150. Этот фонтан тоже был в полуразрушенном состоянии. Мраморные и гранитные элементы имели многочисленные сколы, а фигуры дельфинов были утрачены. Но фонтану удалось вернуть первоначальный вид, восстановив все внешние элементы. Многие считают, что эта звезда до 1937 года украшала Спасскую Кремлевскую башню. Но это не так. И сам Алексей Рухлядев в своих воспоминаниях писал о том, что вокзальная звезда сделана по типу кремлевской, но на другом заводе, заводе имени Молотова. Удалось сохранить оригинальные светильники-ландыши, которые специально готовились на заказ по эскизам оформителей Северного речного вокзала. И что удивительно, в подвалах вокзала перед реставрацией были найдены ящики с достаточным количеством запасных плафонов. А теперь приглашаю на вечернее мероприятие, посвященное вручению премии AD Design Award 2021, которое проходит в этом году на Северном речном вокзале. Все? Все!